Женя, а зачем аппетит скальпируете? Для того, чтобы узнать, как они перемещаются по территории. А, ну вот сейчас птицы кольцованы, а дальше как, когда их можно будет понаблюдать? Как? Ну, вообще птицы кольца наблюдают в бинокль, там, либо через фотоаппарат, но с того и такое у нас не получается. Сова обычно свои лапы не показывает, и только по трупам. То есть если кто-то найдет труп с кольцом или кольцо отдельно, понятно, то нужно знать, что эта птичка туда улетела. Сова охраняется, это особые птицы? Да, вот эта длиннохвостая неясыть занесена в Красную книгу Новосибирской области. Ее изъятие из природы, продажа наказуема уголовно. Понятно. А кто ведет вот это вот отслеживание? Это если поймаешь птицу с кольцом, что надо делать? Ну, в данном случае на кольце, в котором мы сейчас кольцом, есть сайт. Необходимо зайти. Там на кольце написано, да, на кольце адрес сайта. Необходимо зайти и оставить сообщение собственникам сайта. Понятно, спасибо. Будем знать. Если можно по кольцу также узнать, если, допустим, эта птица куда-то, скажем так, переехала. Ну, да, да. Можно по цвету кольца узнать, откуда она прилетела. Потому что у каждого региона у них индивидуальные цвета. Да, если в далекой-далекой Индии обнаружатся совы. Обнаружится сова с кольцом черно-желтого цвета, значит, это наш из наших регионов. Ясно. Спасибо.